брызги такие прямо, опа, так вот, и разлетелись в стороны, да? Как капелька воды вот попадает в воду, вот так, и брызги воды, да? Вот так и растения можно сравнить. Вот такая красота. Вот так я лампочку уберу пока. Вот такое благодатное это растение. Это чудо, это прелесть. Так, что-то начал вянуть мой красавчик этот. Надо перебрать ему, листочки плохие выбрать. Что-то столетнику моему не нравится. Вероятно, уже тесно моему этому старичку там, да? Он уже у меня ветеранчик такой. Зелененький мой ветеранчик. О, видите? Раз, так вон. Вот так вот. Обрываю, видите, он желтенький. Желтеет, засыхает что-то там. Может, это естественный процесс отмирания листьев, я не знаю. Вот. А может быть, действительно, вот ему... земля сухая. Выпил водичку. Быстро очень выпивает. Полив нужен, ага, поняла. Сейчас тебе, голубчик, вот так вот растения с нами разговаривают. Вы представляете? Вот они нам дают сигналы. Они говорят, миленькая моя, пропадаю. Пропадаю, пропадаю я. Да, полей меня. Да, вот так вот. Вон там листики желтенькие. Листья желтые над городом кружатся с тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья желтые, скажите, что вам снится? Так, листья желтые, вам вода снится, я так понимаю. Снится вам водица. Так, растение разрослось, такое красивое, надо его подальше. Оно там вот мешает ему уже окно, и я вот его сюда. Конечно, его надо переставлять, потому что мне надо играть на пианино. Вот, и дружок этот будет все время рукой моей травмироваться. Надо ему найти новое место, чтобы ему было хорошо. Хотя так ему там хорошо, так ему там понравилось. Вот он растет и растет, и рос бы дальше. Ну, пусть, наверное, растет. Ничего не будет, я там сыграю аккуратненько, когда мне надо передвинуть чуть-чуть его. Так вот. Ну что, песня написана новая, ребят. Жду вашей помощи, да. Присылайте, кто сколько может. С миру по нитке, как говорится. С миру по нитке и соберем на новую песню. Я запишу, вы будете ее слушать. И радоваться жизни, я верю в это. Да. И придет в вашу жизнь радость. Покинет вас.